2020 год – год великой победы над фашизмом. Мы, наследники победы, гордимся подвигом нашего народа. Храним память о героях и передаем боевую и трудовую славу советских людей из поколения в поколение. Жители нашего города самоотверженно приближали победу. Изготавливали снаряды, патроны, создали танк Т-34, который помогал бить врага. На средства тагильчан был оснащен уральский танковый корпус и вместе с уральцами был отправлен на фронт. В 2020 году Нижнему Тагилу было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Мы с одноклассниками задумались, как зародилась в сердцах наших солдат и дружинников тыла сила духа, где истоки мужества, кто служил примером защитникам Родины. Нашли ответ в жизни и делах Александра Невского. Именно этого полководца почитали русские люди. Будущий князь с ранних лет готовился стать защитником Родины. В первый боевой поход Александр отправился в 14 лет, а в 20 лет выиграл сражение со шведскими и немецкими рыцарями. Этому полководцу принадлежат слова «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». За свои подвиги он приобрел не только земные почести, но и небесную славу. Сделался покровителем всей России. В память об Александре Невском на Тагильской земле одному из храмов было присвоено его имя. Храм Исари передавал жителям Нижнего Тагила веру, силу и любовь к родной земле. И в настоящее время в вечернем небе над Нижнетагильским прудом открывается волшебное зрелище. Огромный светящийся изумруд в золотой оправе словно парит в воздухе. Это образ Александра Невского. Хранит, передает и соединяет дела и мысли тагильчан, направленные на процветание родной земли. Мы уверены, что именно добрые мысли родятся в сердцах и умах жителей нашего города, когда они видят яркий светоч, стремящийся в бесконечное небо. Сберечь этот мир – наша задача!